кораблик загрузился уже, отправляется рядом в другие бухточки. Он так перевозит на пляже. Вот такое сегодня море. Ну, можно сказать, спокойное. Но еще рано, еще только выходят на пляж люди. Но тепло сегодня, очень хорошая погода. И передали, что с завтрашнего дня еще повышается до 40 градусов. И будет очень... Собственно, сейчас очень комфортно. Очень комфортная погода. Вот сегодня понедельник, вот такая обстановочка на пляже. Это понедельник. Вчера было вообще свободного места не было. Все катались, все было в движении, весь пляж. Ну, сегодня тоже выходят, конечно, поменьше, но есть. А кораблик этот, он идет, по-моему, на Бланес и останавливается в городках, в бухтах, где пляж. Там люди выходят, можно сесть на этот кораблик в Тосу, в Тосе покупаться, пообедать и вернуться обратно. Очень тепло, сейчас уже 27 градусов, это 10 утра. Погода очень хорошая. Но вчера было много людей, потому что многие поприезжали с ближайших деревень, городов, где нет моря. Поэтому отдыхали здесь. Кстати, правительство уже приняло такое решение, чтобы испанцы отдыхали в своих регионах, даже ваучеры предлагают в некоторых регионах, чтобы отдыхали конкретно в своем регионе. Если, допустим, Каталония, то в Каталонии, Арагон, то в Арагон там. И скидка на путевочки до 40%. И предлагают отдыхать туризм рураль. Это как бы сельский туризм, чтобы в своем есть в районе отдыхали. Допустим, вот в горах есть дома, которые сдаются, комнаты. Или возле источников, возле каких-то. И вообще интересно очень. Сельский туризм развивается. Ну вот ушел кораблик. Он ушел в Тосу. Да, в Тосу ушел. А это так цветет магнолия. В этом году что-то мало цветов, но очень красивая белая. Видите, цветочки какие белые? Очень красивые. Но их мало почему-то. Всегда много, столько. Это вот такой район. И они по улице, несколько штучек. Есть улица по всей улице по полной цветет. А здесь мало. О, на верхушечке немножко, и там, это магнолия. Какие цветы красивые, супер, возле дома, видите? И тут рядышком дом, и море рядом, вот, мы идем сейчас к морю, солнышко, конечно. И все это рядышком с морем, красиво. Такие виды сейчас
с горы на море, Средиземное море. Видите, он перед этим я снимала, этот кораблик был полон. Сейчас он идет обратно, потому что здесь высадил людей на пляже, будут отдыхать на пляже. Море хорошее, не сильная волна, такая умеренная. Умеренная. Конечно, немножко заболеваемость поднимается, но еще точных цифр не назвали сегодня. Немножко позже, они всегда за субботу-воскресенье говорят как бы позже. Видимо, соберут все данные. Но я не думаю, конечно, что сильно поднялось. Хотя, конечно, дискотеки и молодежи много, поэтому... Ну, много уже пробивается. Сегодня передали 38,9% уже привилось. И очереди стоят на прививку. Так что внизу вот морячка стоит. Моряка, моряков ждет с моря. Такая статуэточка, говорят, если ее потрогаешь там за ножку, и желания все сбываются. Не знаю, насколько это правда, я не пробовала. Ну, вот такое, такие виды на данный момент. А дальше вот такие леса, такие горы. Погода чудесная. Смотрите. Там частные дома есть внизу тоже.